В Люберцах открылись два новых корпуса детского сада «Белоснежка». Мероприятие прошло в последний день лета. Гостей праздника ждали выступления детей, торжественные поздравления от представителей местной администрации и, конечно, экскурсия по саду. Открывается сегодня светлый новый детский сад. Детский садик, просто диво! И как выглядит красиво! Этого события жители микрорайона Красная Горка ждали долго. Еще до своего официального открытия новый корпус детского сада «Белоснежка» принимал именитых гостей. Сюда с рабочим визитом приезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Здесь же проводили индивидуальную экскурсию для депутата Государственной Думы Лидии Антоновой. Много воздуха, второй свет, бассейн. Есть возможность для занятий с детьми, которым необходима поддержка с точки зрения логопедии, психологической помощи, кабинет психологической разгрузки. Рекреации и зоны сделаны так, что можно их использовать под театральный кружок, там, под представление, по какие-то конкретные дополнительные занятия. Ну, в общем, порадовал проект. Уникальность нашумевшего проекта в том, что он имеет круглую форму. Круглая стеклянная крыша, круглый театральный зал, круглый бассейн и даже круглые светильники. Последний день лета в Люберцах открыли сразу два необычных корпуса-близнеца детского сада «Белоснежка». Оснащены, я не боюсь этого слова, на 100%. У нас и музыкальный зал, и физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда, кабинет психолога. Даже есть разгрузочные комнаты разгрузки, сенсорные комнаты, компьютерные классы. И завтра мы уже рады принять маленьких, юных люберчан. Каждый корпус «Белоснежки» рассчитан на 150 детей. Некоторые из них, не дождавшись 1 сентября, пришли на праздник открытия детского сада и выступили для гостей. Праздник посетили представители местной администрации, депутаты Московской областной думы. Чиновники поздравили руководство сада, родителей и, конечно, детей. Что может быть лучше, когда в семье появляется ребенок? Что может быть лучше, когда он начинает ходить, первые слова, потом в садик? А в садике это своя жизнь, своя орбита, потому что какой бы ни была семья, нет того общения, которое есть, вот, есть общение вот в детском садике между такими маленькими ребятишками. Кульминацией праздника стало традиционное разрезание красной ленты. Прямо как в сказке на сцене появились гномы и вместе с чиновниками официально дали старт началу работы двух новых корпусов детского сада «Белоснежка». Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.